Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Коваль Чудная Олеся. Я ветеринарный представитель компании «Агроветзащита». Сегодня я хочу вам представить препарат для лечения и профилактики заболеваний мочеполовой системы и почек. Это препарат «Уралекс», препарат на растительной основе. Фитотерапия – это метод лечения различных заболеваний человека и животных, основанный на использовании лекарственных растений и комплексных препаратов из них. Методики переработки растений для получения фитопрепаратов ориентированы не на получение и выделение действующего вещества, а на сохранение всего комплекса активных веществ растения на наиболее простых и приближенных к естественных формах. Препарат «Уралекс» содержит в своем составе экстракт листьев березы, экстракт листьев толокнянки, экстракт хвоща полевого и экстракт золотарника канадского. Препарат направлен на профилактику и лечение мочекаменной болезни, острых и хронических заболеваний почек у кошек и собак. Листья березы, которые входят в состав препарата, в составе имеют фитонциды, витамин С, каротин, растительные гликозиды, дубильные вещества и никотиновую кислоту. Они оказывают дезинфицирующее, бактерицидное действие, противовоспалительное и антиоксидантное действие. Толокнянка содержит арбутин, свободный гидрохинон, дубильные вещества, флавоноиды и эфирные масла. В Германии это растение признано как средство, как противовоспалительное средство мочевыводящих путей в рамках Государственной службы здравоохранения. Также оказывает противовоспалительное, дезинфицирующее и антисептическое действие. Хвощ полевой также имеет мочегонное, общеукрепляющее, противовоспалительное действие, вяжущее, кровоостанавливающее действие. И золотарник канадский также обладает мочегонным, вяжущим, противовоспалительным, антисептическим, ранозаживляющим и имеет свойство растворять уралиты. В своем составе также в наземной части имеют аминокислоты, хлорофир, сахара, липофильные вещества, дитерпены и тритерпеновые сапонины. Уралекс используют как диуретический, антисептический, дезинфицирующий препарат, оказывает мочегонный, противовоспалительный, антибактериальный, кровоостанавливающий, обезболивающий и детоксикационный эффект имеет. Снижает вероятность образования кристаллов солей. Порядок применения Уралекса в комплексной терапии при острых и хронических заболеваниях нижних мочеполовых путей это используют при циститах, уроциститах, при заболеваниях почек пиелонефриты, гломерулонефриты. Для лечения профилактики рецидива мочекаменной болезни у кошек и собак рекомендуется раз в 3 месяца использовать как монопрепарат Уралекс. Применяют перорально на корень языка за час до кормления животного. Дозировка 3 капли на килограмм массы тела животного 3 раза в день. Также можно смешивать с небольшим количеством воды. Продолжительность курса не должна превышать 1 месяца. Перед применением тщательно взбалтываем флакон, так как есть возможность образования осадка. Выпускается в 2 дозировках, для мелких собак и кошек 20 мл, для крупных собак 50 мл во флаконах с инструкцией по применению. Что важно знать, то, что желательно избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска одной дозировки препарат необходимо возобновить применение как можно скорее в предусмотренных дозировках и схемах применения. Противопоказание только одно – это индивидуальная чувствительность к препарату, поэтому можно применять беременным, кормящим, пожилым животным, молодым животным, как в комплексе, так и монопрепаратом. Я надеюсь, информация была для вас полезна. Будьте здоровы, вы и ваши питомцы. Всего доброго, до свидания.